Власти в Киеве пытаются создать видимость укрепления позиций новой раскольнической церкви. Петр Порошенко присудил государственные награды двум так называемым митрополитам, которые, покинув лоно канонической православной церкви, решили служить филиалу Стамбульского патриархата. Совсем по-другому раскольническая церковь завоевывает позиции в украинских регионах. Завоевывает в буквальном смысле. На западе страны захвачено два храма в Волыни и Житомирской области. Крепкие прихожане, которых там никто никогда не видел, привезли своих настоятелей. Пока такие рейды радикалы устраивают в небольших городах. Но прихожане не уверены в безопасности главной украинской святыни – Киево-Печерской лавры. Она в новостях уже сегодня. Все подробности собрал Юрий Липатов. Пожар в Киево-Печерской лавре начался в 17:00 по местному времени. Это видео мгновенно разлетелось по интернету. Комментарии были самые разные. Среди них звучали предположения, что пожар могли устроить украинские радикальные националисты, которые долгое время занимались запугиванием священников Украинской Православной Церкви. Сейчас огонь локализован, пострадавших нет. Идет расследование произошедшего. Известно только то, что горело отдельно стоящее двухэтажное здание, принадлежащее монастырскому комплексу Киево-Печерской лавры. Между тем, тема религиозного противостояния, которое чуть было не объяснили пожар в лавре, и без того стала одной из главных в новостях. Технология захвата православных храмов националистами на Украине отработана и продумана. Вот группа ветеранов карательной операции в Донбассе осуществляет силовую часть операции. Священника не пускают в церковь, отталкивают. При этом его же обвиняют в том, что он якобы пихается. Ну что, вы меня пихаете? Украинская православная. Позвольте. Нет, не дозволяю. Громада не дозволяет. Чего вы меня толкаете? Церковь в селе Ворсовка Житомирской области всегда принадлежала канонической Украинской Православной Церкви. Переходить под управление недавно созданной раскольнической ПЦУ, которую на Украине саркастично называют Стамбульским патриархатом, священники отказались. За это их решили наказать, попросту отобрав храм. Отец Виталий принял решение провести богослужение на улице для прихожан. Но и это не устроило националистов, которые принялись его перекрикивать. Акция по захвату храма планировалась заранее. Отец Виталий был к этому готов. В социальных сетях он неоднократно видел угрозы. Так, как это делается сейчас, когда националистически настроенные молодые люди хотят диктовать нам, священникам, во что нам верить, когда молиться, как молиться, это неправильно. Вы посмотрите на их комментарии в Фейсбуке. Мы не позволим совершать богослужение на территории храма. А кто вы такие, чтобы не позволять? То же самое произошло в селе Красноволя Волынской области. Националисты не пустили в храм ни настоятеля, ни управляющего епархии. Епископа Волынского и Луцкого Нафанаила. Это наша церковь, это не ваша, это наша церковь. В захваченной церкви богослужение провел священник ПЦУ, которого объявили новым настоятелем. Без угроз и запугивания насилием сделать это не получилось бы. Из 13 тысяч приходов Украинской православной церкви Московского патриархата всего чуть более 40 перешли в новую православную церковь. С моей точки зрения, это говорит о полном провале политики создания некой фантомной единой православной церкви на Украине, под которую был подписан вот этот так называемый Томас. Средства массовой информации, принадлежащие Петру Порошенко, пытаются толковать захваты церквей как победное шествие Томаса, который стал личным пиар-проектом нынешнего украинского президента. Раскол общества ему сейчас объективно на руку. Если люди не будут говорить о Томасе, не будут ругаться на эту тему, то люди начнут говорить про экономику, а это катастрофа, потому что в экономике катастрофа, и, естественно, он хотел бы, чтобы люди говорили о чем-то другом. Широко анонсировавшаяся поездка Порошенко по западным областям Украины стала началом его предвыборной кампании, которую и называют-то не иначе, как «Томас Тур». Такая встреча Петрушка идет. Вот умилительное, музыкальное, практически святочное сопровождение его встречи с благодарными избирателями. Над религиозно-политическим пафосом кампании избиратели скорее смеются. Это, вероятно, наиболее популярная сейчас в украинских социальных сетях фотография, на которой Порошенко в церкви, как кажется, исцеляет пожилых женщин наложением рук. Обыгрывают в шутках и Томас, и сам предвыборный образ Порошенко, проповедника, поп-звезды. Подскажите там в администрации президента, что самое время запускать слухи о чудесном исцелении. С праздничком, друзья! Кто сегодня на концерте Петра Томасоносного? Не упустите, гастроли на Украине уже в январе. Томас Андерс и Петер Болин. Даже вице-премьер Верховной Рады Оксана Сыроид в раздражении написала на своей страничке в Фейсбуке.
Простите, но президент Порошенко эксплуатирует Томос абсолютно безбожно, сделав независимость церкви декорацией своей предвыборной агитации. Однако, по последним данным украинских социологов, история с Томосом практически не сказалась на рейтинге Петра Порошенко. Он по-прежнему стабильно идет на 4-м месте в списке наиболее популярных среди избирателей кандидатов в президенты Украины. Юрий Липатов, Наталья Литовка, Наталья Сидорова, Евгений Леонов, Первый канал.